Когда сгустилась туча над Кавказом, услыши клич меринов, Олаф, и поднял флаг он первым за свободу, бесстрашный шейх Мансур в горах. Ермолов шел и все с пути сметая, он не щадил ни женщин, ни детей, дотла сжигая мирные селения. И на Кавказе слыл он как злодей. Клики звенели и свистели пули, и в горы слал орлов двухглавых царь. Но горы головы пред ним не гнули, из уст рвался клич «Аллаху Акбар». Клики звенели и свистели пули, и в горы слал орлов двуглавых царь. Но горы головы пред ним не гнули, из уст рвался клич «Аллаху Акбар». И на штыки бросались смелогорцы, в жестокой схватке был неравный бой. Всплывают вновь истории страницы, Ахульга, Салатау и Биной. В изгнании путь для горцев был суровым, чужбина рок, насилие и обман. Расправа гнет с народом непокорным, разбили нас по разным берегам. И те сердца, что пулями пробиты, в горах сверкают пламенным огнем. И пусть кому-то быть из нас убитым, нет никому из нас не быть рабом. Крики звенели и свистели пули, и в горы слал орлов двуглавых царь. Но горы головы пред ним не гнули, из уст срывался клич «Аллаху Акбар». Но горы головы пред ним не гнули, из уст срывался клич.